Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Zarbaz Game. С вами снова NeoZar, и мы продолжаем проходить игрушку Нио. Всем приятного просмотра. Ну что же, мы закрыли эту карту благодаря вашим же подсказкам. Огромное спасибо Дарку, Андрею и всем тем, кто мне подсказывает. Огромное спасибо вам, парни. И с вашими подсказками мы переходим к следующей области. Поехали. Ну, давай, чих-пых, паровозик. Ишидагатамо, сайгокно чорьяку сусмете ору йодага. Бугаару ноа Киккава, Кобаякао чорьяку шта кочира. Уильям, Осакава ханаякана мачи. Онуши ни зехи мисетай то омотте отта. Микадо ноо овас кьоу ни мо чикай. О, мы сейчас с вами в какой-то город придем. Обалдеть, не встать. Интересно. Умутиоги! This one has absolutely no power. Anzo, do you seriously follow this pretentious little prick? 何を言っておる? トリードの、 その者は影武者だと言っております。 こやつはもっと名護を話しておったであろう。それにハンゾ、そこもとが事前に話しておったのではないか。何がおかしいんじゃ。まあまあ、トリードの、ハンゾ殿の推挙もあることですし、全く口頭無形と切って捨てるもいかがなものかと。拙者に等しいありもうす。ちょっとなんか、誰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 か
Область Кинки. Я хотел сказать, область не Кинки, а область Клинки, наверное, да? Ну что, основное задание Паучий замок, 47 левел, понятненько. Битва при мосте Охаси, 45 левел. 42-й. 42-й. Ну давайте класс со 42-го начнем. Ой, здравствуй, Акаца. Оказывается, в наших владениях есть кладбище, которое по ночам оглашает плач женщины. Меня служители страшно напуганы и просят меня что-нибудь сделать. Могу ли я тебя попросить тут разобраться, что происходит? Конечно, ты меня всегда можешь попросить там разобраться, тем более мне дадут за это отличный лак, превосходное дерево и локон былого ниндзя. Локон былого ниндзя я себе приклею на свою лысину. Правда, герой-то как у нас вроде как не лысый, и у меня тоже волосы все нормально. Война продолжается, а вера слабеет. Все больше храмов и святилищ приходит в упадок, но духовная сила... гнездившаяся в священной земле, может притягивать Юкай и других злых духов. И с приходом в заброшенное святилище превращается в пристанище зла. О да. Думаю, будет интересно. Ну? Чё здесь? Кто здесь? Дайте пролезть, мне сказал. Блин, не дают пролезть. А где мой алтарь-то? Где мои пиздючки? Эй, пацаны, я так не играю. Куда всех моих этих маленьких жлобов дели? Куда идти? А, вот они, вот. Дискотека-то здесь. Дискотека. И что? Что мы здесь имеем? Можем сюда пойти, да? Можем туда пойти. Язик, где ты? Я не знаю, кто ты. Короче, здесь будет у нас девушка-призрак. Ходить, да? Ну-ка, дай мне хоть щелочку-то посмотреть. Ну-ка, вон там я что-то вижу, вон там что-то летает. Вижу. Давай, откроем. Опачки. И что? Нифига себе, там кто-то жрет. Давайте сразу проверим, я так думаю, можем мы сюда войти или не можем.
Похоже, дверь можно открыть лишь с другой стороны. Ну, я так и думал, в принципе. В принципе, все логично, что меня сюда не пусть, что ли? Статуя Будды? Вернее, не Будда, а что это такое? Даже не знаю. Так. Здравствуйте. До свидос. Хорошос. О, демон. Блин, нужно чуть управление вспомнить. Все время, как только чуть-чуть отвлекешься от игрушки, управление вспоминать просто жесть потом какая-то. О, ты чё? Ты чё такой слабый? Ну на тебе, подсрачник. Ох ты, хорошо, ой, хорошо. Ой, как хорошо тебе входит моя шпажка-то. Давай. Опа. А, я быстрее тебя был. И башка улетела с плеч, а эликсиров у меня всего 8. Друзья, напишите про эликсиры, пожалуйста. Можно как-то сделать, чтобы мне эликсиров было, ну, штук 30. Шучу, конечно. Ну, хотя бы штук 10. Эликсиры здесь всему голова. Голова. Чтобы у меня она не улетела никуда. Че это? Оберег Амори от паралича. Хорошо. Обереги я люблю. Правда, я их не использую, но я их люблю. Я все люблю. Здесь что? Так. Ну, здесь мне кто-нибудь хочет, наверное, нахлобыстать, да? Ну, я так и думал. Пацаны, хорош, говорю. Все, у меня меч зажегся. Правда, не знаю, зачем они здесь сделаны, чтобы у меня меч здесь зажигался. Здесь, в принципе, нет никого. Амулет воды, амулет всего. Хорошо, люблю это дело. Люблю, да. Как-нибудь. Давай, еще что. Так. Ой, там жопа жопска. Ох ты, скотина, твою мать. Давай-ка мы его убьем, а, сразу. Давай ему штапак, о, хорошо. Ой, нравится, только ни хрена не нравится, если честно. Потому что у меня идут жизни, меня этот скотинный фитилек поджег. Я просто становлюсь пеплом, и у меня нету до конца, я не заработал себе духа, чтобы моё возобновить, воскресить. И смотрите, здесь больше врагов-то нету. Это плохо. Совсем страшно долойти, там сейчас какая-нибудь кривая бабка вылезет. И как начнет меня ебстать. О, нет, это невозможно просто будет. Нет, просто невозможно. Так, ну что? Куда мне идти-то? Смотри, вон того, как мне вон героя-то этого снять бы. На-ка. И смотри, сейчас мне прилетит и... Давай. О, да. О, смотрите, как в игрушке все рассчитано, да? То есть рассчитано все прям до мелочей. Прям ути-пути. А, о, это кто? О, ни хрена себе. Прыгающий зонт. Я увидел прыгающий зонт. Я увидел прыгающий зонт. Ух ты, ёпта. О, жизни-то у меня нету. Че я делаю-то? Ну, давайте вот этот вот себе путь, что ли, откроем тогда. А то сейчас я боюсь, что я получу. Да, давай. Так, что это такое? Что это задержка такая? Алло, игра. Только не говори, что ты зависла, и сейчас ты у меня кончишься, и просто запись на этом прервется. Я с этим не согласен. Ну давай, что-нибудь делай. Блин, странно, у меня как-то сегодня игрушка так плохо запускалась, и сейчас, видите, она просто тупит, по-страшному тупит. Ну давай. Да, я думаю, это эпик фейл, и придется игру перезапускать. Блин, обидно. Игра просто зависла там. Ладно, давайте перезапустим игру. Ну что же, будем надеяться, что сейчас все будет замечательно. Я уже прям что-то боюсь. Ну-ка, давай-ка. Давай, мой дух. Давай. О, я же сказал, сейчас будет все замечательно. Давай. Давай, руби. Руби все кнутом. Канатом и кнутом. Так, кто здесь еще? Здесь была какая-то кочережка. Давай ее по-быстрому срубим. Всех сейчас кого ни попали срубим. Что, все? Так, где?
где кто чавкает? Эх. Что-то как-то отчавкал быстро все. Ну, а ты кто? О, смотрите, я что-то молился, домолился в итоге. Ну что же, и что мы здесь имеем? Зачем мы сюда шли, зачем мы здесь вообще этот проход себе открывали? Только вот так не говорите. Да, понятно. Понятно то, что герой меня как хочешь, так и бегает. Так, смотрите, а вот здесь я... А, вон, смотрите, зонтик прыгает, да? А туда я могу как-то зайти? По-моему, пока что я туда не могу зайти, да? Так. Ну, тебя-то я помню. Что ты тут... А, у меня просто этот... Стрелок ворошиловский, блин. Который подох по-быстренькому. Так, смотри, а если туда я спрыгну? Ну-ка. Давай обыщем все это дело. Так, взяли. Так, если сюда мы пойдем. Так. А, это мы прошли к этому чудо-лучнику, да? Ага. Ух ты, блин, как здесь муторно так все сделали. Пипец, да? И так, и сяк, блин, и через косяк. Охренеть. Так, ладно, я вон там наверху что-то не забрал, да? Сейчас мы это дело все заберем. Все подберем и заберем. Ёпты. Прям честно испугался. Честно страшно. Они как-то странно начали так вылетать. Прям страшненько. Ух ты. Хорош меня пугать. Не надо меня пугать. Так, мне нужен этот. Где этот пентюх стоял? Мне такой показывает, что я там что-то не взял. Блин, ну и звуки здесь. Какие-то такие. Стрелы хорошо, если мне вот это вот чучело там убить, вон, который там прыгает. Ну, дамаг, конечно, видите сами-то от бога, да? Дамаг просто, блин, пипец. Ну и куда ты теперь будешь прыгать? Ты ко мне, что ли, допрыгаешь? Да ко мне ты не допрыгаешь, здесь такие эти стоят. Всякие статуи. Блин, как они здесь закрутили на самом деле. Такой уровень закрутили. Мне интересно, а вот здесь вот эти японцы так и любили ходить, поэтому, я не знаю, сады или что это такое есть, то есть кругами. Напрямую им было, наверное, не судьба ходить, а поэтому они ходили кругами. Так. Ух ты. Ха, освещенная вода. Прикольненько сделано. Вот что нравится, то нравится. Так, что там? Ни хрена ж себе. Сказал я ж себе. Кто там, демон сидит, кушает, да? Ну, приятного аппетита тебе. Давай, смотри, не лопни. Здравствуйте. Так, спокойно. Не торопимся. Отшибаем лапти. Сдохни ты уже, а. Фу, эликсир заманчиво. Нравятся мне эликсиры. Ой, нравится, да. Ветвь химороги. Что такое ветвь химороги? Блин, нужно как-нибудь заняться и мне почитать. А, почитать, что там вообще вот эти вот ветви химороги, что она дает вообще. Больше здесь никаких химорогов нету. Химороги. Блин, ну смотри, они здесь закрутили-то, обалдеть не встал. Так, бомжик. Что такое? Я даже не хочу, если честно, нажать смотреть, что там за говно летает. А, ну это не опасное, в принципе, говнецо. Хотя нет, смотри, опасное. Тоже так поддамаживает чуть-чуть. Давай, берем. Все, берем. Так, куда нас это выведет сейчас? Я что, мог так пройти? Да. Загнули они, друзья мои, загнули уровень. Прям в никуда загнули. Я уже, если честно, по этому лабиринту уже заблудился. И смотрите, сколько мы ходим уже, да? А ни одного с вами маленького распиздячка-то не нашли. О! Стенка. Да. С тобой я знаю, как драться. С тобой драться только так. Ну, тебе нафиг. Я с тобой буду еще так это 3 года драться. Все, зашибись.
можно сказать, просто открыли себе путь. Ах ты, ни хрена ж себе, открыли-то открыли, а вот здесь точно, смотри, как зашибись-то у меня, да? Здесь-то у меня демон остался. Стенку-то мы с вами открыли, проходик. А там демон-то не убили. Ой, плохо. Моя говорить плохо, совсем плохо. Пацаны, дайте мне что-нибудь такое. Оберег, а море от ветра какого-то. Хоси-сакироси. Так, здесь никого? Смотрите, вот как вот я научился, как бы, я все ваши комментарии, конечно же, читаю, вот, учусь и стараюсь стенки находить, но видите, как нашел стенку все-таки, прибабетку. Че это такое, что за говно там ходит? Где это что ходит? Вы слышите шаги? Я слышу, что здесь летает одна гадость, эта красная, которая мне совершенно не хочется, как-то она летает неправильно. Да. Мне напоминает эти, знаете, головешки это из Дума. В Думе, помните, в таком, ну, в ранних версиях такие вот тоже головешки летали. Да хотя и в последнем Думе тоже такие же головешки летали. Давай. Ну давай. Монстр? Какой монстр? Где монстр? Вот он был монстр. То есть это был не монстр, а был этот. Летающий зонт, понятно. Летающий зонт это был самый страшный монстр в этой локации. Так, ладно, шутки шутками. А мне нужно как-то вот это... Хромоножка здесь накочегарить чуть-чуть. Ну-ка дай сюда, что-то здесь спрятал. Так, вот здесь сейчас еще хромоножечка будет. Блин, а что она туда-то улетела? Я пошел за ней, она туда улетела. Ну, я так не играю. Я в натуре так обиделся. Совсем обиделся, да. Пошел в жопу, головешка противная. Где эта хрень-то? Блин. Ну, не знаю. Сейчас я, конечно, попробую бездуха убить. Но бездуха-то вы сами знаете, как-то страшноватенько мне бить это говнецо. Ну, пошли попробуем, пока горит у нас свеча наша адская. Ух, ёпты. Что это было? Это что было? Ай. Ну это тоже такой тип проход, да? Ну что-то я не понял. Что-то я как-то убил, даже не почувствовал. Я даже не пощекотал себе нервы. Что это такое? Смотри. Нифига себе. Я там, короче, убил, а мне здесь открылись двери. Интересно. Ну кто здесь, как вы думаете, будет? Делать ставки, блядь. Ух ты. Давай. Бей. Уходим. Когда начинаешь здесь отпрыгивать, бывает такое, что просто берешь вот эту вот скотину в наводочку себе и отпрыгивать нормально не можешь. Давай-ка сюда. Да куда ты целишься, а? Мудозвон ты. Да, адский мудозвон. Уходи. А это что, босс, что ли? Типа мини-босс? Ни хрена себе. Быстрая скотобразина. Ну я тоже как бы быстренький. Ух ты, нифига себе. Да ладно. Кто ты такая, а? Мать. Ты мне что-то не нравишься совершенно. Мне нужен срочный дух. Я не хочу с ней так драться. Нет, я могу, конечно, здесь потягаться с ней, тут побегать, попрыгать, но как-то не хочу. Мне хочется ее убить нахрен и все. Так, здесь эти хренотени как-то появляются. Ни туда, ни сюда. Вот всякие зонты блядские. Да ты что, обалдел что ли совсем, а? Ты смотри, что творит. Он мне практически всю жизнь вышиб. Ну ладно. Так, значит, так, ну-ка. Пошел бы отсюда. Куда-нибудь подальше.
Так, еще кого-то могу здесь побить? Чтобы мне чуть-чуть поднакопить-то. Силушку-то мою богатырскую-то. Могу. Блин, она вот эта вот девка такая быстрая. И мне не нравится, что у меня, конечно, за спиной вылетает всякие... Ну, вот это вот говнецо вылетает всякое. Вот это мне очень не понравилось. И пока что я не понял, как с ней драться вообще. Она своими этими... не знаю, даже чем щупальцами, не щупальцами, а чем она там бьет. Она мне так вышибает. Хорошо вообще. Ну, ладно, давай попробуем. Эй, давай, голожопая. Иди сюда. Ты же, наверное, это... Ни хрена пришла. Уходим, 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 блин. Ой-о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 й. Сейчас меня сейчас просто отхреначат здесь. Ни хрена себе, за мной еще бегает. Умная тварь. Умная-умная тварь. Где эти головешки сраные? Вот головешки здесь вообще не кстати. Похилься, блин. А, во. Ну-ка. Что, не ожидал такого калинкора-то? Задание выполнено. Эликсир. Вот это. Да не ори ты так. Что ж ты так орешь-то, а? Ну, скотина разорался. Ну, как бы, знаете, такое маленькое задание, но вот здесь вот могли бы, если честно, сюда ящик какой-нибудь дать. Я, конечно, что-то там такое собрал, но могли бы здесь что-нибудь такое интересное закатать. Ну что же, все. Все, друзья мои, закончился уровень. Как бы я вам сказал, что буду по одной локации показывать. Так что идем вперед, посмотрим, да? Что нам скажет там эта девочка из Street Fighter? Он скажет, о, да, ты помог мне, помог, хорошо, спасибо тебе большое. Получи бы ты что-нибудь, чего-нибудь такого хорошего. О, Йокай, мне можно было бы догадаться. Говорят, множество людей после смерти становятся призраками Йокай. Все дело в обидах, привязанностях, не дающих ему идти в мир иной. Возможно, женщину Кая оплакивал нечто, оставшись в мире живых. Ну, спасибо тебе. Я, наверное, понял, что там в мире живых. В мире живых, значит, в мире живых. Так, ну, на самом деле, какая-то маленькая локация, что-то как-то вообще непонятно. Вообще что-то маленькое. Так что давайте тогда захватим вот эту вот биту при мосте Охаси. Больше у нас пока ничего нету. Несложно в это поверить, но, похоже, на мосту Охаси объявился призрак, нападающих на тех, кто пересекает мост, и ворующих у них оружие. Если бы это был Юкай, я бы понял. Но как призрак может нападать на людей? Уильям, не мог бы ты разобраться, что там происходит? Конечно, Хатори Ханзо. Я очень хочу разобраться и получить себе книгу реинкарнации. Ну, я сначала прочитал книгу растений. Так что, поехали. Человек издревле строит мосты. Они очень важны для путешествий и для перевозки грузов. Некоторые мосты, однако, соединяют не только точки пространства, но и мир живых, и мир Юкай. Поэтому в некоторых местах с приходом ночи врата мостов закрываются. И у них выставляется стража, дабы закрыть потусторонние явления путь в наш мир. О, да. Ну, я, кстати, я примерно представляю, что сейчас здесь будет. Здесь будет сейчас очередной говенный мост, по которому мне нужно будет пройти, и все. Как бы такая тоже локация была. Локаций очень много здесь, вот знаете, в игрушке в этой много, они, ну, как бы особо не заморачивались, да? Взяли, сделали мост, да, и ты по нему идешь, и все. Просто нужно сейчас отметелить всех врагов и дойти до конца этого моста. И типа развеять, и тебе какой-нибудь, ну, ништячок дадут. Ну, сами знаете, что мосты эти бывают очень сложные, зараза. Так что давайте смотреть, что у нас здесь. И главное, что они сложны, они дырявые бывают.
Вот то, что они дырявые, мне больше всего не нравится. Ненавижу дырявые мосты. О, ни хрена себе. Смотри. Ёп! Ёп! Ты кто? Нифига себе. А ты похож на этот. Вот кто нападает здесь. Нифига. А чё он подпитался-то? Я чё-то не понял. Ну давай, я тоже подпитаюсь тогда. Я не понимаю, с чего он подпитывается. Ну да. Ворот был от бога. Я вот привык вот эту вот тактику, что, ну, бывает, она прокатывает в Dark Souls, когда нападаешь просто, да, на моба, на этого, и проскакивает. Вот здесь почему-то нет, здесь ты просто огребаешь по самой не балуйся. Ну что, давай. Да хорош тебе пуляться-то. Я на самом деле не понял, почему он подхиливается. Вот это мне больше всего загадка была. Ни хрена, понятно. Что-то как-то я дамага совершенно не наношу ему, по-моему. Я как будто просто щекочу, блин. Или он блок просто уходит. Ну, видите, у него дамаг идет? Мне кажется, нет. Ну, давай, зараза. Блять, да как ты? Как отпрыгнуть-то мне? Пипец вообще. Я не знаю, как с этой сволочью бороться. Зашибись. Вроде как дамаг проходит, да? Но что-то какой-то он маленький очень дамаг. Ну ладно, сейчас я вернулся. Хорошо. Ну что мне с тобой делать-то? Ты гладиатор, блять. Ну вот как? Не реагирует персонаж. Я нажимаю два раза, отскакивает, чтобы он не отскакивает два раза. Бесит мне это, конечно. Может, тебе нужно этим побить? По-моему, у него от лука больше дамаг идет, чем от моего удара вот этой палкой. Ну-ка. Да пипец вообще, блин. Ну-ка. Ну и кто ты? Сраный ты призрак. Да, непонятно, чем мне его бить. Совершенно непонятно. Непонятно. Попробуй сейчас его этим забить. Ну давай. Давай, давай. Да как-то его особо-то и огонь не берет. Ты смотри, что творится-то. Ты чё? Что с тобой не так? Ты чё разозлился так, а? Нет, но я вижу, что у него какие-то эти. На тебе, блядь. У него, конечно, дамаг уходит, но не так, как мне хотелось. То есть, вернее, не дамаг у него уходит, а жизнь у него уходит. Но я сколько с ним буду? Здесь лет 20, что с ним драться буду? На. 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 На.
Да, жизни-то у меня нету. Да. Квабунга, блин. Я не знаю, как с этим уродом драться и что от меня хотят. Вообще, моя не понимать, что хочет этот скотин. Это вообще кретин. Кретино! Ну давай. Зашибись, блин. Нет, то вот видели, у него сначала дамаг не идет. И чё? Моя не понимать, что ты от меня хотеть. Совершенно не понимать. Да. О, да. О, броня Гедзи. Ой, да молот какой-то. Да молот монаха. Ой, кошмар какой-то. Я не знаю, блин. Сколько я с этим, с козлом, блин, проворочился. Несложно, в принципе, он несложно. Проходится, бегай от него и бегай. Бегай от него и бегай. Уворачивайся от него и уворачивайся. Но дамаг, дамаг, я скажу, просто жопа. Вот, и смотрите, что же я нашел. А, подсказка маленькая, будете сами играть. Просто вот такой это, домашний его атакой. Домашний. Вот, вот это вообще не работает здесь. То есть, да, ну, быстрая атака. Это все говно. Просто вот это вот дамага. То есть, домашний вот этой его атакой. Во-первых, от вас эта атака отталкивает. Вот, и как бы дает преимущество. Вот, вы всегда сможете отскочить. Вот, ну, блин, ну он заставил меня, блин. Да могу сказать, заставило меня попотеть. Не знаю, сколько раз я сюда зашел. Ну, где-то раз, наверное, 5-6. Вот, и не знаю. Бой очень длинный идет. Бой где-то идет, ну, не знаю, порядке 10 минут. Просто записывать как бы я не стал полностью бой. То есть вам показал концовочку боя. Но это пипец, это просто пипец. Так что пошлите нафиг из этой локации вперед. Из песней. Да, 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 до свидания. Так вот, в чем было дело. Похоже, это дело рук того человека, что прибыл из твоей страны, оскверить память наших величайших предков. На что же еще он готов пойти? Уильям, благодарю тебя. От лица страны восходящего солнца. Ох, в жопу, это страна восходящего солнца. Ой, блин, вот это я с ним, блин, подзаморочился. Что ж, друзья, давайте на этом мы завершим серию. В принципе, у нас в следующей серии будет основное наше задание «Паучий замок». И на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами, как обычно, был Неозар. Не забываем подписываться на канал, комментировать, оценивать видео, звонить в колокольчик, дабы не пропускать новых видосиков на нашем канале. Всем спасибо, всем пока-пока.